Дружба без границ – такова главная тема Всемирного культурного фестиваля, прошедшего в Пекине. Участие в нем приняли около 1000 студентов из 93 стран мира, в том числе России, Франции, Бразилии и Японии. День стартовал с торжественного парада, участники которого продемонстрировали национальные костюмы своих государств. Показ национальной экзотики продолжился и на концерте, где выступили десятки танцевальных команд и соло-исполнителей. Посмотреть на фестиваль пришли десятки тысяч человек, в их числе школьники, планирующие поступить в Пекинский университет языка и культуры, один из самых престижных вузов Китая. Именно он организовал все мероприятие. Всемирный культурный фестиваль прошел здесь уже в 13-й раз.